Тем временем игроки юности продолжают штурмовать хоккейную лигу чемпионов. Сегодня в первой игре 1/16 финала подопечные Михаила Захарова уложили на лопатки на льду Чижовка-арены шведскую Фрёлунду. А это, между прочим, действующий победитель турнира, да к тому же чемпион Швеции. Хозяев внушительный послужной список соперника не смутил, победа 3-2. Шайбами у юности отметились Туркин, Разводовский и Черноок. Через неделю на площадке Фрёлунды состоится ответная игра, которая и расставит все точки над «и».